А Луна, мне кажется, всему человечеству нужна. А, поэтому я буду творчески говорить на эту тему. Я просто скажу, что хотелось бы, чтобы Луна осталась Луной, и чтобы на ней не строили высотные дома, потому что мне кажется, что это такая загадочная планета, пусть она остается для нас загадкой, мерцает нам по ночам, и мы видим на ней человечка на велосипеде. Я считаю, что если это имеет место быть, то, наверное, значит, так это должно. Просто, к сожалению, технический прогресс его не остановить, и человека тоже. Эта машина была запущена еще с момента того, как Адам с Евой появились, поэтому это уже как бы этот такой механизм. Поэтому если так случится, так случится. А, как говорят французы, они говорят «que doit arriver, arrivera».